Экзамены по географии и информатике, с которых 28 мая начался основной период проведения ЕГЭ в 2018 году, завершился в штатном режиме без существенных сбоев. Никаких утечек экзаменационных материалов не было. Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали более 81 тысячи участников, из них 80 тысяч – выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету было задействовано 1869 пунктов проведения экзаменов. Заявления на участие в ЕГЭ по географии подали около 24 тысяч человек. Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели, сотрудники Рособорнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение. На момент окончания экзаменов 9 участников были удалены с ЕГЭ за наличие мобильных телефонов. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии – 37. Свои результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня. Напомним, основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля.